Нарвская городская управа и некоммерческое объединение «Эстонский союз юристов» заключили договор, на основании которого «Эстонский союз юристов» осуществляет услугу бесплатного правового консультирования малообеспеченных жителей города Нарва. Юристы будут бесплатно консультировать нарвитян, попавших в затруднительное положение с выплатами кредитов. Первая консультация состоится в четверг, 22 октября, с 14:00 до 17:00 по адресу Петровская площадь, 5. В дальнейшем консультации будут проводиться по четвергам через неделю.